Доброе утро, любимый. Доброе утро. Как себя чувствуешь? Отлично. Иди ко мне. Все прекрасно. Что, тебе нужно уходить? Да, нужно готовиться к операции. Сереж, а можно я сегодня чуть-чуть подольше погуляю в городе перед приемом? Катюш, сегодня нет приема. Как? А разве сегодня не пятница? Нет, не пятница. И, во-вторых, тебе лучше сегодня побыть дома. Мы с тобой договаривались, что пока идет курс реабилитации, то лучше придерживаться распорядка дня. Да. Но ты же сам сказал, что все идет хорошо. Все идет хорошо. Но любой стресс со стороны, ты еще уязвима. Ну, разве твой Игорь меня не защитит, если что? Ну, хотя бы полчасика, пожалуйста. Хорошо, говорил. Ура! Спасибо, любимый. Да, только не более 30 минут. Я пришлю за тобой машину. Так, отлично.